Приветствую всех на канале Пряник Чес. Записываю сегодня немножко нехарактерный ролик, в котором хочу проанонсировать предстоящий блиц-матч с Вячеславом Витиком. Это мастер фиде. И давайте немножко расскажу, что из себя представляет мой будущий соперник. Как вы видите, у него есть свой канал на YouTube. Шахматы, мастер Вячеслав Витик, обучение, обзоры, стримы. Можете зайти и увидеть тут достаточно любопытную информацию. Вот что меня больше всего заинтересовало на данном канале, так это его обзор игры AlphaZero. Достаточно такая любопытная тема, поскольку мало кто из шахматных комментаторов, которые имеют свой канал на YouTube, освещают эту тему. Все-таки AlphaZero в последнее время занимает достаточно большое место в шахматах. Это, можно сказать, такой новый виток развития. И как раз Вячеслав освещает это и пытается познать творчество данной программы. Так что всем советую посмотреть ролики на эту тему. Меня очень сильно заинтересовали. Вот. Ну а что касается нашего матча, то он пройдет в пятницу в 20:30 по московскому времени. И контроль игры будет следующий. То есть мы сыграем 24 партии, 8 из которых пройдут с контролем 5 минут плюс 3 секунды, следующие 8 с контролем 3 плюс 2, и последние 8 партий будут сыграны по 1 минуте с добавлением 1 секунды. И по итогам этих 24 партий мы выявим победителя матча. Ну а теперь расскажу поподробнее о моем сопернике. И о себе тоже, кто не знает. Начну с себя. То есть мой рейтинг в классику на данный момент составляет 2.426, по быстрым 2.376, и в блиц мой рейтинг за последнее время сильно упал, он составляет 2.289, то есть вылетел даже за планку 2.300. Что касается моего соперника, Вячеслав также является мастером фиде, рейтинг его в рапиды в блиц, как вы видите, намного превышает мой, более чем 100 пунктов, особенно в блиц. Разница огромная. Ну и только в классику мой рейтинг на какие-то копейки превышает рейтинг Вячеслава, что, собственно, ни о чем не говорит. Поэтому матч будет, я думаю, очень напряженный. Соперники мы достаточно сопоставимые, я думаю, по уровню. Ожидает такая интересная творческая борьба. Вячеслав достаточно плотный шахматист, неплохо знает теорию, с большим игровым опытом. Так что будет непросто. Матч ожидает быть зрелищем. Так что всех жду в пятницу в 20:30 по Москве. Будет прямая трансляция. И также напишите, пожалуйста, в комментариях ваши прогнозы. Какой будет счет по исходу этого матча. И тому, кто угадает, а сделать это будет весьма непросто, мы устроим лотерею, так называемую. Расскажу позже, какую именно. Ну и на этом всем пока. До встречи в пятницу.